судя по тому, что планы у вас серьезные, все-таки я вернусь к второй части своего вопроса. Будет ли это такое серьезное ведомство с серьезными перспективами расформировано на энергетический сектор? И... Спасибо. Да, очень важно, вы подчеркнули. Я очень рад сегодня, между прочим, в правительстве, на заседании сегодняшнего правительства было принято постановление, в котором изменена органиграмма Министерства инфраструктуры и регионального развития, где, значит, управление энергетических политик, став будет 17 человек. Я хочу сказать, сегодня это 7 человек. А в октябре прошлого года, когда наша страна была очень сильно подвержена энергетическому шоку, газовому шоку, было 4 человека в министерстве, которые занимаются энергетикой. Но хочу больше здесь добавить. Вот до 2005 года у нас в стране было Министерство энергетики. Угу. Если взять вот, Европейский Союз, взять Балканы, взять, скажем, Восточное партнерство, скажем, угу. Вот если мы посмотрим из около 30 стран, большинство... То есть вы намекаете на то, что будут перемены. У нас, к сожалению, уже не осталось времени. Из них, позвольте, Министерство энергетики в этих странах существует. Так. Министерство энергетики. Еще раз, Министерство... Энергетики, да. В этих странах... Ну, а в Молдове? Конечно, это решение за политическое решение. Хорошо, я поняла.